Всем привет! Вы на канале Jazz Life Pets. Это Эми. За кадром Вика. Меня так зовут, да? И сейчас мы понаблюдаем за жизнью Эми. Пока она нас не видит. Похоже, она совершенно не замечает, что я ее снимаю. Потому что она абсолютно спокойно вычухивается. Что-то достает из своих щечек. И, похоже, меня не слышит, потому что я снимаю через стекло. И особо тут не шевелюсь. Я заметила, что она вычухивается сейчас, чистит шерстку свою. И тщательно что-то вынимает из-за щечек и кушает. А мы подсматриваем. Я надеюсь, это не запрещено законом наших стран. Правда, она повернулась неудобно. Так, сейчас попробую незаметно для Эми снять ее с другой стороны. Нет, она нас заметила. Здрасте. Эми ест вкусняшку. И поскольку я разговариваю уже не из-за стекла, а сверху, она меня хорошо слышит. И сейчас начнет проявлять интерес. Кто же тут в ее владениях? Это я. Мне можно. Я же твоя хозяйка, ты не забыла? Морда усатая. Усатая морда. Так, иди сюда. Посмотри, что я тут тебе приготовила. Я поставила песочек. Смотрю, она вычухивается. Думаю, значит, хочет покупаться. Как вы знаете, купать хомячков нельзя в воде. Хомячки сами чистят свою шерстку в песочке. Вот Эми сейчас это как раз и делает. А мы наблюдаем. Таким образом, хомячки в природе избавляются от паразитов, которые поселяются на их тельцах. Ну, слава богу, у нас паразитов нету у Эми. Хотя такое бывает, если у вас есть другие домашние животные, которые гуляют на улице, собаки, кошки, то бывает такое, что они переносят блох, и хомячки могут очень даже успешно тоже обзавестись блохами. Так что имейте это в виду. Есть специальные средства от блох для грызунов тоже. Но сначала нужно избавиться, конечно, от источника блох. Потому что если потравите блох у хомяка, а собака или кот все равно придут и принесут новых, то вы только лишний раз траванете свое животное. Ну вот это имеется в виду маленькое. Поэтому, конечно же, таким образом не нужно решать вопрос. Нужно сначала избавить от блох других домашних животных. Да, Эми? Видишь, Эми, мы с тобой просвещаем молодежь. Ребят, которые нас смотрят.
Извини, я тут мостик твой немножко переставила. Ты не обижайся, я верну. Вот. Возвращаем на место. Ими все. Все под контролем, все нормально. В общем-то, я долго не хочу тебя отвлекать от твоих дел. Ты можешь заниматься дальше. Мне не обязательно уходить в дом. Все нормально. Да. Мы тут просто тихонечко понаблюдали за тобой чуть-чуть. И уже уходим. Там у нее теперь дом. Да. Почему-то. Почему-то там Эми сделала себе дом. И его маскирует, видите? Заметает следы. Да, Эми, чтобы никто не нашел, что там твой дом, вход, да? Все. Тут у нее еще один есть дом. Не, у нее вообще тут много домов. Видите, вот этот деревянный домик, в котором она не живет. О, Эми пьет. Кстати, говорили, что Эми может по поилке каким-то образом вылезти. Я думаю, что это никак невозможно. Сейчас покажу, почему. Милота. Все. Попила. Так вот, смотрите. Ну, это каким надо быть скалолазом, наверное, с липучками на лапках, чтобы по этому носику вылезти вот сюда. Вот хомяк может так вот, вот по носику, по скользкому вылезти вот сюда. Я думаю, нет. Но даже если сюда и вылезти, то все равно вот этого расстояния, ну, ей не хватит, чтобы дотянуться до верха. Но я уверена, что вот сюда нереально залезть хомяку. Все. Мы с вами этот вопрос закрыли по поводу поилки. А Эми вернулась к тому, с чего начинала. И мы, собственно, вместе с ней тоже к этому же вернулись. К подглядыванию, как она купается, чистится. Я надеюсь, вам нравятся такие видео. Если да, ставьте лайк, потому что по лайкам мы определяем, какие видео вам больше нравятся. И потом я снимаю еще. Айми живет у нас вот в таком вот вольере. И кто хочет заказать такой же себе вольер, вернее стеллаж, переходите по ссылочке под видео и заказывайте. Всем пока!